Представьте, чтобы они лежали на земле. Скорее всего, они нагнутся. На лозе стали появляться пластинки. И, как вы знаете, проку от них нет. Вытягивают питание из основной лозы, начинаем их удалять. Но есть правило. Удаляя пасынок, оставляйте на нем один лист. Не вылавливайте его целиком. Это нужно для того, чтобы не пошел в рост новый пасынок из спящей почки в пазухе листа. Проку почки закладываются в пасынок.